Всем привет, на связи Денис Ямакасичевич. Сегодня я расскажу вам, что такое паркур и как правильно паркурить. Поэтому разминайте голеностоп, мажьте колени диклофенаком. Мы начинаем, поехали! Как тут выключить эту камеру? А вот. Идем паркурить на улицу. Денис, а ну быстро иди учи уроки, никакой улицы. Нет границ, есть только препятствия. У нас получилось, это паркур. Куда без шапки пошел, на улице холодно. Ну паразит. Сегодня мы тренируем кувырок, чтобы потом научиться делать сальто. Выполняем 300 кувырочков. Асфальт холодный. Что-то плохо я себя чувствую. Кажется, у меня воспаление легких. Как дала б тебе сейчас? Алло, скорая? Я заболел, но не был пойман. У ребенка температура 39. Всем паркур, ждите новое видео. Всем привет, на связи Денис Ямакасичевич. Сегодня я научу вас делать заднее сальто. Поэтому пьем кальций, чтобы кости были крепкие, разминаем шею и поехали. Блин, с этими дурацкими переходами защитное стекло разбил. Высокий прыжок и группировка, все, что нужно для заднего сальто. Не бойся падать, бойся не вставать. Есть! Филигранная техника. Не стоит на этом останавливаться, сразу пробуем двойное. Ой, совсем чуть-чуть не докрутил. Позвоните маме. Двое суток его искали. Допрыгался недоблогер. Да, я сломал себе шею, но дух мой не был сломлен. Так что всем паркур, ждите новых видео и покупайте мой мерч. Пока. Мама, отнеси меня в туалет. Всем привет! На связи Денис Ямакасичевич. Сегодня я покажу, как можно дома тренировать паркур. Поэтому разогревайте поясницу, надевайте напульсники. Погнали! Для удовлетворения своих паркурских потребностей нам понадобится надувной матрас. И вот спустя 3 часа надувания у нас бесплатный батут. Работаем! Кстати, паркуром я начал заниматься благодаря своему отцу. В тот день, когда он спалил меня сигаретой во рту. Сальтушка! Пу! Не поняла. Это что было? Матрасик, ну ты чего? Что у тебя здесь происходит? Мама, я все объясню. Да, меня поставили в угол, но я успел поставить заднее сальто. Я не поняла, ты что там в телефоне сидишь? Не, с пауками разговариваю. Всем паркур. Всем привет! На связи Денис Ямакасичевич. Сейчас я вам покажу, как с помощью паркура познакомиться с девушкой. Поэтому мотаем колени эластичным бинтом, закидываемся энергетиком и погнали! А вот и она! Первое, что нужно сделать, это привлечь внимание. Да-да-да, посмотри, что делает. Получилось, и кажется, она восхищается. Господи, какой-то больной на голову. Ну а теперь ее нужно удивить. И в этом нам поможет заднее сальто. Мама. Парень, как ты себя чувствуешь? Я в порядке, просто небольшое растяжение. Алло, скорая? В сознании. Как тебя зовут? Денис. Денис. А я же говорил, познакомимся. Миссия выполнена. Всем привет! На связи Денис Ямакасичевич, а это школа паркура. Сегодня я научу вас, как правильно лазить по стройке. Поэтому разминаем позвоночные грыжи, включаем саундтрек из 13-го района и погнали! Блин, камеру заплевал. Первое правило. Крадемся как пантера, чтобы нас не заметил сторож. Не понял. Это что такое? Куда ты лезешь? Если вас спалили, используем паркурские навыки. Но я тебе сейчас уши пообламываю. Этот старый пердун нас никогда не догонит. Ну ты посмотри на него. Шарик взять. А вот у собаки есть все шансы. Сейчас будет кусь. Ты посмотри на него. Зачем ты вообще туда полез? Да, я искал приключения на жопу. А в итоге потерял ее кусок. Подставляй, сейчас йодом мазать будем. Всем паркур. Ай, мама печет.
Всем привет! На связи Денис Ямакасичевич. Сегодня мы будем с вами оттачивать свое паркурильское мастерство. Так что мажьте ушибы йодной сеткой, пейте хондропротекторы и погнали! Мама, возьми телефон, тетя Наташа звонит. Ну а чтобы не угробить свои колени, тренироваться мы будем на гимнастическом мате. Денис, ты уже снял видео или нет? Верни мне мой телефон. Мама, ну не мешай! А где он взял гимнастический мат? Все, друзья, приступаем к тренировкам. Надежда Валентиновна, у нас тут в школе мат гимнастический пропал. Денис! О-оу! Дрянь такая, я научу тебя воровать! Да я с возвратом! Быстро в угол! Да, я получил ремня, но битая жопа лучше, чем травмированные колени. Всем паркур! Дай сюда мой телефон! Всем привет! На связи Денис Ямакасичевич. Зацените, какие сальтухи я научился делать. Осталось поработать над приземлением. Ой, Дениска, родненький, что ж мы без тебя делать-то будем? Прошу прощения, мы на месте трагедии обнаружили телефон вашего сына. Вот его последние кадры жизни. Всем привет! На связи Денис Ямакасичевич. Сегодня я сделаю первое в мире тройное боковое заднее сальто. А вы пока скушайте желатин для укрепления костей. И погнали! Ой, я не могу это смотреть. Я понимаю, но вы же должны знать причину. Ладно. Все, я размялся и готов входить в историю. Еще немножко бодрости не помешает. Погнали! Да, я умер, но мое дело будет вечно жить. Дрянь такая, он что, энергетики пил? О-оу. А я тебе говорила, они вредные для здоровья. Мама, тогда дай спокойно умереть. Всем паркур. Всем привет, на связи Денис Ямакасичевич. Я приехал к бабушке в село. И что вы думаете? Местные аборигены не знают про наше искусство. Разрешите задать вопрос? Какой пар гусей? Паркур. Да и курей мы тут не парим, мы их режем. Поэтому я решил открыть здесь школу паркура. Стоп, что-то забыл. Ах да, кушайте холодец для укрепления костей, прославляйте Дэвида Белля и погнали! Осталось только нормально смонтировать. Школу мне никто не дал, но для тренировок и это место подойдет. Странно, почему никто не приходит? Я даже объявление развесил. Тогда сам найду учеников. Всем привет! На связи Денис Ямакасичевич. А вы смотрите школу паркура. И тут должен быть красивый переход. Я нашел первого ученика для своей школы. Не бойтесь прыгать, я подстрахую. Да, ну ладно. Не получилось. Скажу, что Светке упало. К сожалению, из-за того, что скорая помощь очень долго добиралась к нам в село, этот ученик больше на мои тренировки не придет. Но есть и хорошие новости. Блин, опять вступил в лепеху. Ой, нет, не эта новость, следующая. Простите, а можно записаться в вашу школу? Офигеть. Всем привет! На связи Денис Ямакасичевич. И я вам сейчас открою две большие тайны. Тайна номер один. Все задаются вот этим вот вопросом. Вот вам ответ. Не вовремя ты, Денисочка, ушел. Тебя вот рекламодатели уже нашли. Да, рекламку бы у него покупали. Слушайте, да ради такого можно и вернуться. Правда, такую рекламу я не ожидал. Тайна номер два. Кто же ко мне тогда подошел в прошлой серии? Можно записаться в вашу школу? Я просто тоже занимаюсь паркуром. Вот смотрите.
И в этот момент я понял, что влюбился с первого взгляда. Вот так. Приступаем к тренировкам. Всем привет! На связи Денис Ямакасичевич. Ну и короче, скажите лучше вы. Вы больше не сможете заниматься паркуром. Спасибо, до свидания. Паркуристы. Золотая жила для травматологов. Это случилось в тот день. Вот так. Приступаем к тренировкам. Вот так вот на ровном месте заканчивается моя история. Всем паркур! Ну вот и чем теперь заниматься? Ножки тоненькие, как спички, спина, что экватор, воркаутеры. Денис Варкаутинский.